И еще о дорогах, но уже в масштабах республики, мой коллега Схотниязов. Помнишь ту шутку, Сергей, про дороги, которые не дороги, а направления? Да, так да, вот, да. Эта шутка для Казахстана с каждым годом становится все менее актуальной. Начало 90-х, развал экономики. Вместе с ней и автодорожная отрасль пошла по наклонной. На то время в Казахстане насчитывалось порядка 86 тысяч километров дорог. А это два экватора, на минуточку. Правда, не каждый бы согласился по таким дорогам путешествовать. Качество оставляло желать лучшего. Казахстан сегодня – это 96,5 тысяч километров трассы, в том числе республиканская сеть протяженностью 23 700 километров и местные дороги 72 800. За четверть века реконструировали и построили 10,5 тысяч километров республиканских путей, отремонтировали 21 тысячу. То, из чего дороги делают, в последние годы практически на 100% казахстанское. Отечественные железобетонные изделия, щебень, битум. В конце прошлого года оценили 84% автодорог республиканского значения и 65% областного находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Ну а 2016 запомнится реконструкцией 1111 автодорог. Вот такая красивая цифра, Сергей. Кстати, до конца года должны сдать еще 420 километров. Ну вот конкретно какие участки? Огласите, пожалуйста, весь список. Весь список такой. Должны открыть движение от Алматы до Капчагая, от столицы в двух направлениях до Темиртау и Петропавловска. И еще завершат работы на трассе Актау-Бейнеу и казахстанскую часть коридора Западная Европа, Западный Китай. Эх, прокачусь. Давай, прокатись, Сергей, а мы посмотрим. Спасибо, Асхат, а мы продолжим.